Всем привет, ребят! В этом ролике вы увидите геймплей с пистолета Mirinetti из Modern Warfare. Могу сказать, что это лучшие по ТТК гимбо пистолеты в игре на данный момент. Они отлично подойдут для тех, кто умеет быстро нажимать на обе кнопки мыши и кто предпочитает брать с первым ладаутом призрака или другой красный перк. Далее будет геймплей. Если видео вам понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и залетайте на наш Discord сервер, где вы найдете актуальные сборки на оружие, свежие игровые новости и напарников для игры. А все лучшие моменты по Warzone вы можете увидеть в моем плейлисте Warzone Shorts и на моем TikTok канале. Все ссылки в описании. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Я промазал. Блять, там вообще хп нету у типа, урод. Обыграл меня. Ну, разъебал, что могу сказать. Че, крыша до сих пор? Нет, нет, все. Блять, а где тогда? Я буду пилотом. Вон там. Помогите мне. У меня дает. Подсоби. Спасибо. Выебал. Ну они в этот... Пошли закупимся, короче. Вижу типа. Надоел типа. Пехота противника. Из брони ушел. На первом этаже сидит. Убил. Перед нами, перед нами. Ой-ой-ой. У меня. Блять, снизу уже пришли. Поджимать надо. Использую оглушающую. Застанил. Откуда? Вон она порка. Доел, сзади. У нас сзади. Где он? Все, убили. Валим. Блять, они мониторят. Все. Нихуя там. Арава, блять. Ай.
Ну что там было, Виталь? Ебать, их тут сидело, блядь. One left, go. Внимание, я всех разъебал там, блядь. Ну, конечно, не без помощи. Блядь, тут трое. В жопу какую-то зашел, блядь. Они там вообще не шевелятся, сидят, не дышат. Я к вам падаю. В зону. Потому что я без вариантов. У меня дроп-то там остался. Есть один? Встречаю. Почти ног. Остается 5 игроков. И все. Один остался. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Хорош. У них не было ни единого. На дальнике тюрьмы был один. У меня тут бегают. Он на крыше. Шумовая пошла. Мокнул, типа, у меня тут прям двое. Иду. Я встать, наверное, не успею. Да сука! Резайся, чё ты не резаешься? А ты всё? Сзади тебя, Виталь! Вам отправлена посылка с комплектом. Это чё за бред? Ёбаный бред, блять! О, Маркус у нас, смотри, я же говорил, что это охуительный игрок. Так оно и есть. Зато дает пацанам резнуться. О, я и комплект еще заберу сейчас. Надеюсь. О, он хуярит. Блять, меня застанило. Отмечаю новую безопасную зону. Кто я такой? На крыше кто-то сидит. У вас. Использую оглушающих. Не застанил. Нет тут никого на крыше. Я под обстрелом. Куда он делся? Блять, у меня наебали. В доме бегает, где я умер. Лечу, беру комплект. Он, блядь, где он? Да мадукай, дробовик. Газ рядом с вами. На голове у меня. Это кто мокнул его, Виталь? На голове у тебя. Все, убил. Не спрыгнул. А мне не стрелял никто. Доел. С палаток там идут двое минимум. Подкинь ШВшек. Спасибо. Занимайтесь палатками. Использую оглушающий. У них там активка. Активка, они там внутри сидят, у них активка.
Надо тоже надо поставить. Одному мокнул на палатках. Использую оглушающую. Он дотек, дотек один. Второй этаж. Все, порт остался вроде. Один вот здесь. Рубки. Надо вниз спускаться, они нам не дадут жизни, надо сразу спускаться. По мне ведут так. Ебучую турель, блядь, поставили. Все, заебись. У меня на крыше. Еще один. Даю. Или но даже двое тут. Там двое, походу. Да, резается, резает. В сборке Акимбо пистолетов все достаточно просто. Мы ставим монолитный глушитель. Лазер 5 мВт, легкий спусковой крючок, магазины на 27 патронов и перк парное оружие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите новые видео.